Визит делегации Казахстана и Киргизии начался с дружественной встречи с администрацией Казанского федерального. Партнеры наметили новые направления для сотрудничества. Главное из них в сфере высшего образования и культуры. Стажировка магистрантов и студентов обеих сторон проводится уже с 2010 года. Однако нынешняя встреча планирует упрочнение уже намеченных дорог взаимодействия и проведение совместных научно-исследовательских работ ученых двух стран. За три дня пребывания в Казани гостям КФУ предстоит плодотворная работа. Проекты сотрудничества университетов будут рассмотрены на организованных университетом круглых столах. Нам очень приятно, что идут на контакт ваши профессора, преподаватели. Вот. Очень приятно узнать, что вы все-таки смогли сохранить преемственность. У вас 5 научных школ. Это очень радует, потому что не все университеты смогли сохранить преемственность научных школ. Вот. Наука процветает, как мы посмотрели, издаются труды. Мы ознакомились с музеем вашего города, с музеями, вот, с архитектурой. Все живописно, красиво, приятно. Посидели за партами аудитории, где учился Лев Толстой, сфотографировали в зале сходки Владимира Ленина. Давние богатые традиции и история университета поразили гостей в первый день пребывания делегации в музее истории КФУ. Гости подчеркнули, что учиться студентам Республики Казахстан в Альма-Матер – большая честь. За теплый прием представители богатой традициями республики подарили нашему университету сувенир со смыслом – символ мира и преодоление самых тяжелых препятствий – верблюда в знак новой дружбы университет. Алена Липина, Руслан Уразаев, Универньюз.